Викуська! Ты долго там? Еще 5 минут! О, сегодня у нас рекорд. 2 часа 5 минут. Ого, 12 тысяч шагов. О, ничего себе, это ты за сегодня намотал столько? Это за 2 часа, пока я ее ждал. Слушай, ты, наверное, присядь, а то нам во дворе придется асфальт новый стелить. Куда сегодня собрались? Да, вот в ресторан хотим пойти. А, ну такой себе повод. Да нет, у нас сегодня 2-я годовщина свадьбы, бумажная. Вот я ей подарочек своими руками сделал. О, круто. А следующая годовщина как называется? Кожаная. Вот что-нибудь из кожи уже начинай готовить. Мы тоже в ресторан идем. Да? Да, сегодня повод у нас классный. День рождения, как назло, у нее. Мы во французский, а вы куда? О, мы в круглосуточный. Ну, чтобы не опоздать. Кстати, надо поторопить ее. Викуся! Не-не-не-не-не. Так не надо делать. Я так когда-то сделал, чуть до развода не дошло. Лучше Женя! Тихонечко подождать. Жень, а какое мне платье надеть? Синее или желтое? Желтое. Тогда я надену синее, а желтое закажу. Капец. Вот женщины. Вот мы, мужики, одеваемся, да. У меня вообще пофиг, в чем ходить. Вот смотри, у меня один вон носок черный, видал? Зимний. А второй вон какой-то... Хрен его знает, какой-то серый, блин. Какой-то растянутый. Короче, неважно, в чем, вот что одел, то одел. Ну да. Кстати, дернешь писяшку? О, нет-нет-нет, спасибо, мне еще за руль. Ты че, ну через 3 часа выветрится. Каких 3 часа? Я надеюсь, она быстрее выйдет, она ж платье уже выбрала. Вот ты наивный, это капец. Я вот все время, зная эту ситуацию, такси вызываю, и все, и погнали на такси. Да? Да. Ну, наверное, вы правы. На такси даже дешевле получится. А то бензин сейчас дорогой, мы пока едем, 3 раза возвращаемся. То за духами, то за помадой, то за выключить утюг. Да. Я извиняюсь. Ой. Просто 2-й час уже прошел, продлевать будете? Я про вас забыл. Да, да, конечно. Так, вот, пожалуйста. Так. Спасибо. Вот работенка у вас, конечно, сегодня, да? Да, кстати, реально непростой денек. Смартфон сел... Сканворды я уже все разгадал. Радио в машине не фурычит. Один диск Козловского заебест. Ну так да. А долго еще? Сейчас узнаю. Викусь, ты долго там еще? Уже почти. Уже почти. Ну, окей, я тогда через час подойду. Да, да, не вопрос. А вы зачем такси так рано вызвали? Мы, понимаешь, в лифт уже зашли. Я только на кнопочку нажимать... А жена вдруг на чулках стрелку заметила. Говорит, все, я бегу переодеваться, а такси-то я уже вызвал. Знаешь, я извиняюсь. А можно еще сигаретку стрельнуть, а то у меня 2-я пачка закончилась. Да, конечно. Можно я 2? Слушайте, берите, наверное, пачку всю. Берите. То есть мы не скоро еще, да? Да, и вон, 7-ок полускаете. О, спасибо. Да. Так, мне бы это... На Кристины сегодня. Я просто вчера одного мужика тоже вот так вот ждал, пока ждал, так подружились. Он мне предложил кумом стать. Так что успею на Кристины, нет? Саша! Ты не видел мой 2-й чулок серого цвета? Не, не видел. Потерялся, наверное, где-то. Так, Вик, выходи так, на улице жарко. Правильно? Я еще чуть-чуть! Ну, еще чуть-чуть. Пойду диск какой-нибудь еще куплю. Слушай, я, наверное, знаешь что, перекушу. Вы же в ресторан собрались. Да когда это будет? Ой, а я вот раньше нервничал-то, когда ждал. А потом подумал, да чего вы нервничаете-то, а? Да. Вот теперь и жду. Она меня даже в телефоне переименовала, как Хатико. Прикольно. А моя меня называют Ждун. Ждун-бздун. Ян, ты скоро там, я уже кушать хочу. Вот это ты зря сейчас ляпнул. Вот не надо. Значит, сейчас я быстренько что-нибудь тебе приготовлю. Не надо, я перехотел уже. Так ты определись, хочешь, не хочешь, блин, задолбал. Ну все, ты достал ее.
На, пей, ты уже никуда не едешь. Я сейчас все исправлю, у меня к ней подход особый. Котеночек, выходи скорее. Я тебя так люблю, я так соскучился. Тебя ждут внизу миллион моих поцелуйчиков. Слышь ты, гомокотик. Я если сейчас пущусь, ты вообще больше никого в жизни поцеловать не сможешь. Никогда, понял? Извините, наверное, квартира ошибся. Залипает что-то кнопка. Вот сразу видно, что ты молодой еще. 2 года это, фу. Вот я 10 лет живу с ней. Смотри, учись. Викуська! Тут во дворе молоко по 1.20 рубля продают. Где? Где? О, красотка, супер, молодец, собралась. Все, пойдем. Ты что, меня разыграл? Что разыграл сразу? Отлично выглядишь. Ну, скажем, что это стиль, что попало. В голове у тебя что попало? А мне еще 5 минуточек надо. Да ёж... Бегу, бегу. Добрый день, добрый день. 56-я квартира в этом подъезде. Да, это наша. Доставка желтого платья, вот, пожалуйста. Давайте я передам. Распишитесь для начала. Да, да. Конечно. Угу. Вот. Спасибо, спасибо. Я на платье приехала. Вот что в этом платье есть такого, чего нет в точно таких же 30 платьях, которые висят у меня в шкафу, а? Ну тебе же ясно сказали. Оно желтое. Слышь вы, гомосеки, я вам 5 минут даю свалить отсюда. А то я за себя не ручаюсь, у меня мусорный пакет, знаешь, тяжелый какой. Слышь, сосед, ты, наверное, свое платье убери. Ну, не свое, жены. Ну, короче, да. Убери его куда-нибудь. Яна! Ой, зайка! Да-да-да, желтое платье. 5 минут. Капец. О. Да. Да ладно, не может быть. Дорогая, ты куда? В ресторан. А я? А ты? А ты и дальше подбирай бабочку к доскам и запонки в цвет трусов. Какая женщина? Да, мне бы такую. Да. Ой, кому я объясняю, периферия? Капец. Слышь, да. Сосед, да. А может, давай с тобой вместе мотнем в ресторан, а? Вдвоем, что ли? Ну да, вначале в твой французский, потом в мой круглосуточный. Вернемся и будем их здесь ждать. Красава, придумал, поехали. Погнали! Напьемся. Чё, гомосеки, уже в ресторан собрались? Правильно, валите отсюда, не позорьте двор наш образцовый. Саша! А? Я почти все. Почти, слышал, почти. Ага. Викуся, утюг! Ой, точно, спасибо! Газ! Ой, ага, ага! Воду перекрой! Ой, точно, ага! Утюг! Утюг уже был. Ой, спасибо, утюг, точно, бегу! О, видал? Я тебе так скажу, единственное место, куда женщины никогда не опаздывают, это ЗАГС. Интересно, почему? Потому что они туда с 12 лет собираются. Да, спорим, моя. Ты чё, я свою знаю. По-любому твоя. Ой, Женечка, зайка, прости, пожалуйста, ты, наверное, заждался. Да что ты, 2 часа, это как 5 минут пролетело. Я готова. Офигеть, я всего 50 грамм вискаря ляпнула, у меня уже в глазах двоится. Я на минуту! А? Блин, сосед, все. Валим в ресторан! Эй, таксист, мы едем! Погнали! Давай, поехали!